Добро пожаловать в новый видеоурок. Меня зовут Александр Владимиров, это школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить полезные видео. Сейчас мы с вами разберем, как делать всевозможные вокальные, атмосферные такие эффекты или вокал блуры, как они еще иногда называются. В общем, немного так покреативим и будем делать то, что нередко применяется в современной электронной музыке. Итак, для начала нам потребуется вокал. Вокал может быть абсолютно любой, я нашел какой-то первый попавшийся. Ну, то есть, в принципе, ничего такого сверхъестественного. А затем мне нужно выбрать какой-то кусочек этого вокала, над которым мы будем издеваться. Желательно тот участок, который более протяжный. Ну, вот этот, в принципе, нам должен подойти. Мы его вот так подрезаем. И затем, что мы делаем? Мы навешиваем сюда огромное количество различных эффектов. И первый эффект, который самый такой очевидный, это... Давайте посмотрим, что можно сделать здесь. То есть мы, например, ищем какой-нибудь огромный, опять же... Да, вот здесь уже что-то поинтереснее. Давайте увеличим. Много высоких частот. И можно еще больше увеличить дикей. Прям много, много, много. Очень много обработки, чтобы было ее прям дофига. Да, вот прям так. При этом мы можем добавить сюда еще, скажем, дилей. Ну, на самом деле, вообще без проблем. Мы можем использовать здесь какой-нибудь там дилей-дизайнер. Короче, опять же, что-то такое вот прям максимально шизоидное, необычное. Выбираю просто какой-то пресет. Давайте их поменяем местами. Да, мне нравится, это что-то необычное, что-то такое интересное. То есть вот эти креативные всякие обработки я рекомендую делать чисто на слух. Ну, безусловно, да, нужно понимать, какие параметры вы крутите, но в первую очередь вот подойти к этому креативно. Также, что бы я сделал? Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное — получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty — это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. При нажатии кнопки T, здесь я бы выбрал Fade Tool и сделал непосредственно этот самый Fade, чтобы звук вот так плавно увеличивался по громкости. И можно на самом деле поэкспериментировать, даже попробовать как-то отворпить это дело, чтобы это несколько удлинить. То есть не бойтесь, что сильный ворпинг, ну сильный флекс в данном случае, да, стрейчинг, он как бы может исказить наш аудиофайл. Это вообще не страшно, потому что мы подходим, повторюсь, к этому несколько креативно. И учитывая, что здесь у нас тонны обработки, в целом это звучит интересно. Единственное, я, наверное, уберу дилей. Мне кажется, вот он все-таки лишний.
И немного укоротим вот здесь вот саму длину этого лупа. Мне кажется, вот так будет прикольней. В принципе, можно было бы даже на самом деле вообще в целом вот здесь уже остановиться, чтобы мы получили только такой вот звук. И здесь опять же делаем фейд, потому что я обрезал, поэтому надо вот так вот сделать. Да, вот так в целом достаточно неплохо и прикольно. То есть мы получили такой эффект. Мы дальше можем повесить там какой-нибудь автопан, например. То есть много чего можно повесить, да, вот все, что душе угодно. Можно тот же самый дилей, но только, например, какой-нибудь там стерео-дилей и так далее. Либо эко, например, чтобы звук как-то более интересно повторялся, например, скажем, каждую у нас четвертую. Собственно, все, вот так вот мы можем экспериментировать, поэтому обязательно попробуйте, покреативьте и сделайте какие-то интересные, классные, необычные эффекты, атмосферы для своего будущего трека. На этом все, с вами был Александр Владимиров, жду вас в следующих уроках, пока!